Всем салют, с вами Няшка, и сегодня хочу показать, как в Minecraft PE сделать PC-инвентарь. Для этого нам понадобится всего лишь блок лаунчер, не надо качать никаких модов, которые вы видели в интернете. Давайте нажмем на скрипичный ключик. Ой, тык, скриншот нажал. Launcher Options. Прокручиваем вниз. И здесь написано, даже если русский язык, use desktop, desktop guy. Это оно сделает ПК-инвентарь. Давайте зайдем. Во-первых, посмотрим. Здесь есть создатель, как видите, кажется. Как я знаю, язык тоже можно менять. Ачивки не работают. Можно нажать на наш скин, и он изменится. Или просто нажать... Так, назад. Или просто нажать skins. Так, давайте зайдем в меню play. Так, здесь миры наши. Потом realms не работает из-за того, что у меня 0.14. Я знаю, что есть 0.15. Не пишите мне этого в комментариях. И friends. Friends, давай. Вот friends. Это сервера на самом деле. Давайте зайдем в my survival. Это мой мир, там, где я выживаю. Так. Как видите, у нас переместилось вниз эти сердечки, хп и количество этих. Давайте поспим просто. Я не хочу просто ночью делать, чтобы на улице была ночь. Так, теперь нажимаем сюда. И вот здесь видим крафт и самого нашего игрочка, которого можно одеть. Можно нажать иксик. Кстати, с этим режимом можно играть на серверах. Я нашел мазики, у меня что-то слетело, все. Так, давайте покажу вам, как легко можно что-то скрафтить. Во-первых, вот так нажимаем, переносим сюда, например. Так, а можно нажать удерживать, взять немножко вот так и перенести. Прям мне нужно взять какую-то вещь, чтобы было легче и не вот так вот каждый раз делать. Можно просто собрать. Вот здесь, например, лежало. Вот так берем и вот так проводим просто. Так у меня что-то не захотело все слайдом. Так же сама и печка работает. Можно вещи, которые не плавятся, сюда ложить. Так прикольно. Так. Потом еще выкидывать вещи. Можно немножко. Вот взяли одну штучку и выкинули. Можем половинку выкинуть. Но у меня здесь невозможно половинку. Например, полстака факелов своему другу в шахте. Также можно, ну, там, варить зелье. У меня просто нету зельеварки. Кстати, мы скоро с Доминасом начнем летсплей. Возможно. Ну, попробуем начать. Кстати, давайте наберем за такую интересную информацию... Ну, хотя бы 30 лайков. Это еще мало, потому что у меня большое количество подписчиков. Так, ну, думаю, вам это понравилось. Понравился этот обзор. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем няшной жизни. С вами был Няшка. Всем пока-пока.